Слой за слоем дорожная фреза срезает асфальт на улице Луначарского. На участке от Новосадовой до автобусного проезда начался комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие сняли почти 3500 квадратных метров старого асфальта. В крошку превратили два слоя – верхний и выравнивающий. Таким образом мы готовим улицу для комплексного ремонта. Также будет производиться замена бортового камня, замена тротуаров и асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на участке сделают новые парковочные места, отремонтируют колодцы, благоустроят газоны, установят новые опоры освещения и мусорные урны. В текущем году планируется выполнить работы по комплексному ремонту улицы Луначарского на участке от автобусного проезда до улицы Новосадовой. Выполнить ремонт тротуаров с внутренним плиточного покрытия на площади 2500 квадратных метров. Отремонтировать имеющиеся тротуары на площади 500 квадратных метров с внутренней асфальтобетонной смеси. Устроить новые парковочные места на площади 350 квадратных метров. А также нанести дорожную разметку, установить знаки и другие работы по ремонту инженерной коммуникации. А вот на академика Платонова новые материалы в деле уже опробовали. Здесь от Кольцевой до Новосадовой рабочие уже начали укладывать асфальт. Он отличается повышенной прочностью. Новые марки асфальтобетонных смесей обладают повышенными прочностными характеристиками. Там применяются другие узкие фракции щебня, менее окатанные, чем были ранее, то есть с более квадратными формами, что позволяет создать более упругий каркас асфальтобетонного покрытия. Всего на участке длиной 750 метров заменят более 4500 квадратных метров дорожного полотна. Эту улицу начали делать раньше других, чтобы подготовиться к предстоящей реконструкции пересечения улиц Новосадовой и Советской Армии. Также работы сейчас ведут на Ленинской и Арцебушевской. В ближайшие дни начнут преображать проспект Масленникова. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.